Салам, Рамин. Добрый вечер. С небольшим опозданием, потому что игра, премьера игры немного позже вышла в эфир, но мы выходим вот сейчас в эфир. И в первую очередь хотелось бы поздравить всех друзей евреев и причастных с праздником Хануки. Ханука Самеах. Как говорится, веселой Хануки всем, а мы перейдем к нашим веселым делам, потому что у нас происходят достаточно веселые вещи в стране, мы знаем. Итак, оппозиция провела сегодня митинг. Митинг протеста, и, в общем-то, вы знаете, было много разговоров по поводу того, стоит проводить этот митинг, не стоит проводить этого митинга и так далее и тому подобное. Скажу прямо, что, во-первых, начнем. Если были многочисленные нарушения, давайте логически думаем. Если были на этих выборах многочисленные нарушения, мы знаем, что они были, так? Если было то, что, в общем-то, о чем говорят и международные наблюдатели тоже, то не протестовать, не проводить митинги. Кстати, как это было в 2016 году, просто нелогично. Тогда оппозиция фактически признает. Не просто признает результаты выборов. Тогда выходит, что оппозиция говорит о том, что ничего не было, все замечательно, все прекрасно в нашей стране, что, конечно же, не так. Что, конечно же, не так. Поэтому стоило проводить митинг или не стоило, фактически речь не стоит. Да, стоило. Теперь, что касается требования судебного разбирательства. Нет. Если были нарушения, то одним митингом и одними акциями не делаешься. Все логично. Судебные разбирательства должны быть, причем судебные разбирательства должны быть по всем тем кейсам, которые были зафиксированы многочисленными наблюдателями. Там было почти 1000 нарушений, мы видели на интерактивной карте, которая была создана на оппозиции. Конечно, далеко не все из них тянут на уголовные дела, какие-то на административные. Но я считаю, что если мы не будем, мы общество, не будем требовать четкого ответа от властей, почему эти нарушения были, знаете, только не надо говорить о том, ладно, это у нас принято, это у нас лицо, то тогда эти нарушения будут повторяться из кампании в кампанию. Как только первый человек будет оштрафован за то, что он нарушил в пользу властей, административно будет оштрафован, и тем более еще лучше, если будет реально тюремный срок тем, кто занимался фальсификацией выборов, тем, кто нарушал закон во время выборов, тогда просто-напросто у нас будет какая-то гарантия того, что другие так делать не будут.
Технологии отработаны уже много-много лет назад, еще во времена позднего Эдуарда Шеварднадзе. Ну, что такое? Есть в Грузии такие понятия, как армянская карусель и грузинская карусель. Армянская карусель – это когда людей просто возят по... Почему так, кстати, я понятия не имею, почему так называют? Когда возят по участкам одним из этих же людей, и они с удостоверениями личности голосуют. А грузинская карусель, когда выносится бюллетень пустой, ставится галочка, потом следующий заходит, уже с поставленной галочкой нужного кандидата, бросается туда и так далее. Это все, понимаете, в чем дело? Людей ловят на этом, снимают на мобильные телефоны, снимают на камеры и так далее и тому подобное. Вот Лара Стефанова пишет, что весь мир наблюдает о том, что о масштабных фальсификациях в Грузии. Это факт. Но вот видите, то есть вы понимаете, в чем дело? Ну как-то уже неудобно. Мы уже не в той форме, мы уже не на том этапе развития, чтобы были такие нарушения. Когда-нибудь это должно закончиться. Если не будет судов, еще раз говорю, тут мне Томас Бин написал в комментарии, мол, ну нет у нас судов и так далее и тому подобное. Прекрасно, нет судов здесь, пускай будет в Европейском суде по правам человека рассматриваться. То есть понятно, да, что мы должны какие-то стандарты должны внедряться. И эти стандарты, если они не внедряются сверху, вот правильно Ираклий написал сейчас Дарс Медведев, кто же его посадит, тот же памятник. Ну, действительно, сама себя же вдова не будет высекать. Нет было, к сожалению, у нас не было прецедента, чтобы наказали. Вот Татьяна пишет, что наша украинская карусель совместила и ту, и другую. Татьяна, дело в том, что у нас тоже, в принципе, совмещение есть. То есть где-то такие карусели, где-то такие карусели. Суды при Саакашвили, судов, к сожалению, Лара тоже не было. Давайте не будем идеализировать ту ситуацию, которая была там. В том-то и все дело, что нарушения были всегда. И вот эта тенденция, она не была переломлена. Главное, если мы хотим добиться... чтобы в нашей стране была, даже не про демократию идет речь, про элементарную справедливость. Что важно, чтобы был суд и чтобы были нормальные, честные выборы. Более того, суда достаточно, потому что когда есть суд и когда есть реальная угроза того, что, скажем так, тот, кто нарушает закон, он будет наказан, тогда не будет никаких нарушений. Как там? Для того, чтобы не допустить судно противника в канал, не обязательно его минировать. Достаточно, чтобы противник поверил, что этот канал заминирован. Теперь, что касается требования досрочных выборов. Я прошу прощения, я немножко отвлекся. Я знаю, что не должен отвлекаться, но все-таки решение СПЧ игнорируется, и что, тогда выхода нет. Нет, Алихан, выход есть, потому что решение СПЧ у нас не игнорируется. Как раз таки у нас решение СПЧ, оно выполняется, и пример с Руставе 2 очень показателен. Если бы не Европейский суд по правам человека, сегодня бы телекомпания Руставе 2 просто бы не существовала. И это хорошо известный факт. То есть у нас все суды, всех уровней приняли решение, чтобы практически прикрыть эту телекомпанию. Ну, в общем-то, дежурный судья Европейского суда по правам человека взял и приостановил это решение. Так, как вообще достигается независимость суда от власти? Или хороший вопрос от Ильи Пушкина. Но знаете что, Илья, я думаю так, что в наших условиях самое лучшее, что можно сделать, вот так вот, глобально, не сейчас, я имею в виду глобально. Когда мне говорят, что нужно привести судей из-за границы, это бред. Это бред, потому что судьи из-за границы могут быть так же коррумпированы и так же зависимы от власти, как местные судьи. А вот если перенести, допустим, лет на 5, а лучше на 10, суд высшей инстанции куда-нибудь в Лондон, в Стокгольм или какой-нибудь другой суд. Причем государство, чтобы проплачивало это. Но я думаю, что в данном случае расходов бюджетных не жалко. Вот на это дело правда не жалко. То тогда у нас будет уже какая-то гарантия
того, что там суды будут принимать справедливые решения. И после того, что, допустим, 20% дел или 30% дел у судьи местного опровергнуты, соответственно, опровергнуты в этом, как его зовут, в судах высшей инстанции за рубежом, тогда этот судья, соответственно, привлекается к ответственности или как минимум лишается работы. Думаю, что, в общем-то, механизм хороший. Белла пишет: Гилла, но ведь есть же факты, подтверждающие нарушения. Какой существует механизм для привлечения ответственности? Через суд. Через суд существует механизм. То есть существует судебная система и так далее. Зеймур Мамедов пишет, все пишут про третий тур, что власть дала добро. Ну, я сомневаюсь насчет третьего тура и что власть дала добро. Все пишут о том, что третий тур – это фактически требование досрочных парламентских выборов и отмены результатов президентских выборов. Мирабе пишет, я не понял, что именно потребовали на акции, да, в срок до 16 числа. Что будет 16 числа, когда власти не выполнят требования? Ну, по поводу, что именно потребовали на акции, потребовали досрочных парламентских выборов и ждут решения до 16 декабря. То есть логика тут такая, если власть не может обеспечить честные выборы, то, соответственно, пускай поставим вопрос о доверии к власти. Референдум о доверии к власти – это, соответственно, досрочные парламентские выборы. Что будет 16 числа, когда власти не выполнят требования? Ну, по логике оппозиции будет большой митинг, который потребует смещения власти. Вот Юрий Пономаренко тоже пишет, каким образом выполнят требования досрочных выборов. Ну, как бы, на самом деле, вопрос не по окладу, что называется, то есть, не по чину, что будет и как будет, я не знаю, но я слышал информацию об этом, тут разговоры, может быть, это, скажем так, и, скорее всего, это просто слухи, что 16 числа в Грузию собирается вернуться Михаил Саакашвили. Насколько, скажем так, эта информация релевантна, я не знаю. Вот опять-таки речь идет тут о суде. Можно пригласить, можно не пригласить. Да не нужно приглашать судей. Я еще раз говорю, нужно приносить суды высшей инстанции за рубеж. Вы понимаете, в чем дело? Еще очень важный момент. Очень важный момент тот, что даже и при самых справедливых решениях доверие к судебной системе у нас очень серьезно подавлено. Да, кстати, 16 числа инаугурация, и поэтому, ну, собирается большой митинг, но слухи о том, что приедет Саакашвили, они как бы, они уже циркулируют, и в интернете наверняка вы их увидите. Если нет, ну, я не по интернету это услышал, но если нет, то тогда... Теперь смотрите, мобилизуют людей или они сами мобилизуются? Вы понимаете, в чем дело? Вот сегодняшний митинг, я заранее сказал, что сегодняшний митинг это, скажем так, предупредительная вообще акция, потому что сегодня народу было откровенно немного. Давайте. Нет, конечно, недостаточно. Но поймите правильно, что количество людей на акции зависит от двух вещей. От уровня организации, раз, и от денег, которые вложены в эту акцию, два. Пускай мне никто не говорит, что народ сам выходит на улицы. Народ сам выходит на улицы, когда ситуация уже расшатана. А ситуация у нас не расшатана. Поэтому без денег, без ресурсов провести большую акцию практически невозможно. Давайте будем реалистами, абсолютными реалистами и скажем так, как есть. Теперь списки с личными данными избирателей таскали словно макулатуру. Это уголовное нарушение. Я не знаю, уголовное ли это нарушение, но то, что это нарушение, это факт. Понимаете, в чем дело? На самом-то деле отменить результаты выборов вообще суд не может. Но суд может отменить результаты выборов на конкретных участках, где были нарушения зафиксированы.
если зафиксировано там определенное количество нарушений, суд говорит, на этом участке выборы недействительны. Так вот, если вдруг будут отменены результаты выборов на целом ряде участков, на большинстве участков, то, соответственно, результаты выборов автоматически будут отменены. Вот об этом идет речь. Мне тут написали, что, мол, суд не может отменить результаты выборов. Конечно, это результаты выборов отменяет Центральная избирательная комиссия. Она уже утвердила их. Но если представим себе ситуацию, когда суд... Ну, еще раз я говорю, ребят, это чисто гипотетическая ситуация. В наших условиях представить себе, что суды отменили на большинстве участков при наших судах, значит, результаты выборов, ну, это практически невозможно. Но Вячеслав спрашивает, можно, вопрос не по теме, сегодня увидел новость, что в Грузии государство погасит все долги населения по кредитам до конца этого года. Соответствует ли это реальности? Нет, Вячеслав, это реальности не соответствует. Во-первых, что было в обещании мечты? Обещание мечты была следующая вещь, что погасят те долги, которые просрочены более чем на год, то есть год человек не платил, и на сумму не более 2000 лари. На самом деле это мелкие долги, и вот когда я начал разбираться, кстати, привезли, помогли тут мне, сбросили информацию. Так вот, есть такой TBC банк, один из самых больших банков в Грузии. У него задолженность по невозвратным кредитам где-то 4%. Банк Грузии есть тоже один из самых больших банков Грузии, но два лидера, такие мегабанки. У него задолженность около 5%. А есть Картубанк. Это банк председателя и основателя партии «Грузинская мечта» Безина Иванишвили. У него задолженность по невозвратным кредитам на него 35%. Откуда это такое счастье свалилось на Картубанк? А все очень просто. В свое время, во время одних из выборов, они выдавали кредиты всем желающим, причем на небольшие суммы. Кто хочет, приходит и получает. Естественно, оттуда 35%, где-то 30%, естественно, не вернули эти кредиты. Вот вам фактически Картубанк очищает свою кредитную историю. Если уж быть абсолютно... Ну, опять-таки я говорю, это мое допущение. Там нужно посмотреть по всем цифрам, а всех цифр у меня, конечно, нет. Но это, я думаю, очень похоже на правду. Так, Миша говорит, что признали недействительными 100 тысяч бюллетеней, которых выбрали... Ваша эта цифра, ну, во-первых, нужно, Оксана, нужно, во-первых, смотреть, имеет ли эта цифра решающее значение, нужно смотреть вообще, сколько тысяч... Нет, цифра 100 тысяч не будет иметь решающее значение, потому что по официальным данным 20%, на 20% больше. Поэтому тут нужно смотреть по цифрам, и тут нужно смотреть, какие, что признали недействительными и как. То есть у меня информации по этому поводу нет, я подтвердить что-то или опровергнуть, наоборот, не могу. Суды находятся под большим давлением, вряд ли они отменят результаты выборов, пишет Джон Григория. Джон, не просто они находятся под большим давлением, они находятся под контролем. Давайте будем реалистами. Они просто контролируемы, просто на должность судей назначаются те люди, которые, в общем-то, своих назначают. Так, аналогично вот Рамишвили, Франция, с таким интересным образом, пишет, что аналогичным образом строилась кампания 2012 года, обещание пересмотра судебных приговоров. Судебных приговоров по поводу чего? Там хотя бы, там, по-моему, были судебные приговоры по другому поводу. Гесур Афикович Амирханов пишет, что согласитесь, ведь у нас не тот уровень ментальности, чтобы все делать на уровне Европы. Единственный выход на данный момент, как мне кажется, подняться всей республикой. ЦИК, как и суде, давно продались. Вы понимаете, в чем дело? Подняться всей республикой, конечно, бы можно. Но возможно ли это? Вот, вы понимаете, вот такая словесная эквилибристика у меня. Вы уверены, что вся республика поднимется? Я сомневаюсь.
Если республику не поднимать, если людей не поднимать соответствующими ресурсами. Когда мы говорим о революции рос, давайте не будем забывать, что за революцией рос стояло целых два олигарха с большими финансовыми ресурсами. Бадри Паттахашвили и Бедзина Иванишвили. Не говоря уже о международной поддержке и так далее. Поэтому, ну, я просто хочу, чтобы вы были реалистами. Речь вас от... Но это не значит, что не надо протестовать. Если вы считаете, что есть несправедливость, как раз таки вот тут очень важная тут засада. Когда человек начинает думать, что протестовать не надо, потому что не имеет никакого смысла. Надо. По поводу любой несправедливости надо. Надо звонить в полицию, когда вы видите нарушение закона. Потому что это нарушение закона потом ударит по вам. Надо идти в суд, надо... То есть мы не Европа, но мы же хотим стать Европой, ведь так? Так, Найд написал, призывы к гражданскому противостоянию – это самое последнее дело, опыт уже есть. Ну, слушайте, призывы к гражданскому противостоянию, Найд. Были призывы к тому, чтобы сопротивляться несправедливости. Кто-то эти призывы воспринимает, кто-то эти призывы не воспринимает. Большинство народа говорит нет, тогда никаких, ничего не будет. А... Вы знаете, я могу сейчас выйти на площадь и призывать к чему угодно. Если к этому люди не готовы и меня не поддержат, то последнее это дело или первое не имеет никакого значения. Еще раз говорю, если оппозиция считает, что на этих выборах были нарушения такого уровня, что выборы должны быть признаны недействительными, очень логичное действие, когда оппозиция говорит, так, ребята, все, ничего не знаем, выборы должны быть отменены и должны быть досрочные парламентские выборы. Потому что, как было в 2016 году, знаете, когда сказали, вы знаете, вот вы все сфальсифицировали, вы такие нехорошие, и на второй день тишь да гладь, Божья благодать. Это как? Ребят, если вы говорите А, тогда скажите и Б. А если вы не готовы призывать к тому, чтобы протестовать, тогда не надо об этом и говорить. Как там, кто знает причину, по которой вот этот человек, эти люди не могут быть мужем и женой, пусть скажет сейчас или замолчит навсегда. Потому что говорите сейчас или замолчите навсегда. Почему не поддержала Европа? Ну что значит, Фаро Байрамов пишет, ну что значит не поддержала? Послушайте, что значит не поддержала? Есть прекрасные отчеты, замечательные отчеты, в которых все указано. Указано и нарушения, указано и то, как прошли выборы, что было политическое противостояние и так далее. То есть отчеты есть. А что вы хотите, чтобы Европа сказала? Мы не поддерживаем, мы не признаем. Ну, так не бывает, ребят. Это наша страна. Это мы признаем или не признаем. Европа признает все, что признаем мы. Ну, Наиль, вот вы говорите, что про коктейли, про коктейли Молотова никто не говорил. Более того, оппозиция только делает, что толпище, мы в конституционном поле, мы по закону, мы в конституционном поле. Поэтому коктейли Молотова, это явно не про Грузию. Лара Стефанова пишет, люди боятся, они в долгах. Ну, а что в данном случае можно? Ну, бояться и бояться, нечего делать. Белла, я думаю, что такое невозможно, армия, чтобы отказалась приносить присягу, потому что армия, я не хочу, чтобы армия отказывалась приносить присягу, Господи. Почему армия должна отказываться приносить присягу? Объясните мне. Армия – это тот инструмент, тот институт, который должен быть абсолютно четко в рамках. Народ может протестовать, суды могут выносить решение. Давайте не вмешивать сюда армию и полицию. Не знаю, я... Вот такие, слава богу, не было призывов. Кстати, если мы говорим о том, что призыв к армии и полиции не выполнять преступных приказов, не было призывов не выполнять приказы. Потому что призыв не выполнять приказы, это вот это уже правда край. Так делать нельзя. Преступных приказов? Да. Пожалуйста.
Так, если грузинские суды вынесут незаконное решение, дальше будет европейский суд. Понимаете, в чем дело? Одну секунду, извините. Алло, я в лайве. Я в лайве, что-нибудь нужно, что-нибудь срочное. Не, ничего страшного, поднимайтесь. Значит, вот, значит, вопрос такой, если грузинские суды вынесут незаконное, да, значит, вот, Заира, значит, хороший это вопрос, вы понимаете, в чем дело? Для начала нужно, чтобы грузинские суды их вынесли, для начала нужно, чтобы по всем этим делам вошли, значит, документы в суды соответствующие. Потом, да, это все деньги, и я понимаю, что это деньги, и это самое. Но если мы верим в то, что мы должны добиваться своей правды, то да, нужно идти в суд, нужно, зная, что там проиграем в первой, второй, там третьей, там десятой инстанции, десятой не существует, но тем не менее. А потом идти в европейский суд. И вот когда вот по всему этому кейсу будут вынесены решения, это долгие годы, кстати, это не все так просто, но рано или поздно, это должно быть. У нас должны быть вынесены соответствующие решения по всем нарушениям. Я хотел бы, чтобы по всем нарушениям. Задержанные, но, честно говоря, я не знаю. По украинцам, я, честно говоря, не знаю этот кейс, я должен его посмотреть. Я сейчас не буду. Я знаю, что кого-то задержали с каким-то оружием, причем не украинцев, по-моему, грузин, которые воевали в Украине. Не украинцев. Но опять-таки, если кто знает, напишите, пожалуйста, потому что я, честно говоря, этот кейс сегодня был на коротких перебежках, и этот кейс я просто пропустил. Я слышал что-то по телевизору, но там было про грузин, которые воевали в Украине. Белла пишет, а как же призыв не подчиняться? Не подчиняться преступным указам, приказам, не преступным приказам. Видите, если вы напишите, с чем вы не согласны, то я пойму, потому что когда вы пишете, что вы не согласны, то есть я же говорю, его появляется вот комментарий, да, то есть я не могу понять, с чем вы не согласны. Напишите, пожалуйста, с чем вы не согласны, и тогда я пойму, может быть, я тоже не согласен, и мы с вами будем оба не соглашаться. Теперь разговоров о том, чего хочет большинство, чего не хочет большинство, сколько народу вышло, сколько народу не вышло, это разговоры в пользу меньшинства. Есть реальный политический процесс. Есть реальный политический процесс, который развивается по своей внутренней логике. Есть действия властей, есть действия оппозиции, есть реакция общества. Какие будут завтра действия властей, какие будут завтра реакции оппозиции и наоборот, мы не знаем. Поэтому сейчас говорить о том, кто к чему готов и кто к чему не готов, я, например, не уверен, что мы готовы. Вот написал Алихан Караев, что 7 человек граждане Украины, 1 человек гражданин Грузии. Ну что ж, мы будем обязательно наблюдать за этим кейсом, и ну, я надеюсь, что адвокаты и все остальные есть. Это нехорошая новость. Мне очень не нравится эта новость, скажу прямо, потому что, что касается Украины, тут все очень сенситивно и нельзя, чтобы так было. Так вот, и это возвращается к политическому процессу. Возвращаясь к политическому процессу, есть активность улицы, есть борьба на правовом поле. Насколько активна будет улица, насколько будет борьба на правовом поле, все зависит от финансового организационного ресурса. Еще раз говорю. Не имея людей, не имея денег, не надо обязываться в долг. Надеяться на то, что что-то само собой возникнет, нельзя. То есть, если вы ввязываетесь в бой, у вас должны быть финансовые ресурсы, у вас должны быть люди. У нас движение, кстати, тема отличается от всех остальных политических партий Грузии, что у них реально есть актив и реально есть финансы. Без этого, я знаю признаться, что финансовые потоки перекрывались. Про это мне тоже рассказывали. Ну, ребята, извините, это вот такая вот жесткая у нас политическая борьба. От этого никуда не денешься. Мы в таких условиях. Ну что, вроде бы нет больше вопросов. Если вопросов больше нет, то, пожалуй, все на сегодня. Если есть, то, пожалуйста, пишите в
какое-то время я еще повешу, тем более, что с вами общаться одно удовольствие. Прошла вот сейчас большая игра. Кому интересно, посмотрите. В общем-то, это про выборы в Грузию и украинский фактор. Как раз по поводу Украины. Так что я думаю, что это интересно. Зачем приезжал Медведчук и так далее. Вот Анна спросила, Симонян, живу ли я в Москве? Нет, Анна, я в Москве не живу. Я живу в Тбилиси. Слава Богу. Чур не меня, Господи. Извините. Пример, вот Исур Афикович пишет, уважаемый Гела, к примеру, другим районам ставьте Гардабани и Мардаули. Уверен, игра на эмоциях сделает свое дело. Понимаете, в чем дело? Гардабани я неизбежно буду ставить. Более того, Рамин Байрамов обещал ко мне зайти в гости, обязательно обойти в лайв. Мы должны были вчера это сделать, к сожалению. У меня не получилось, он был готов, у меня просто вчера не получилось. Каюсь, грешен, я обязательно исправлю это недоразумение. Вам спасибо, Фаро. Да, люди устали, конечно, я с вами согласен, но еще раз говорю, это разная степень усталости. Привет, Леон, очень рад тебя видеть. Я уже сказал, что в Москве не живу. Спасибо большое, Оксана. Тимур поселил меня на Кутузовский проспект. Нет, там живет Хасбулатов в квартире Брежнева. Огромное спасибо всем, что уделили мне время. Спасибо, что пообщались. Было здорово. Всего доброго и до новых встреч.